как собрать такой двигатель. Допустим, разобрать-то понятно. Тут в четырех местах у нас были завальцовочки. Аккуратненько бокорезами их разгибаем, снимаем крышку, и двигатель наш разбирается. Вот такой якорь у него, вот щеточки. Но вот собрать его обратно проблематично. Почему? Если мы соберем сначала якорь со щеточками, то когда начнем вставлять, там магнит у нас, он втянет якорь, и он опять у нас выскочит. То есть не получится нам так собрать. Щетки, видите, они соединены. Так мы тоже не соберем. Что в этом случае надо сделать? Можно взять два маленьких сверлышка, ну или проволочки какие-то. И вот здесь у нас прорези. Вот одна прорезь. И вот здесь у нас там вторая прорезь. Мы туда вставляем в эти прорези сверлышко. Одно с одной стороны. И второе вставляем с другой стороны. И вот наши щетки мы, видите, отвели. Теперь они у нас в раскрытом положении. И мы спокойненько можем наш двигатель собрать. Все, теперь вытащить сверлышки. И щетки встали на свое место. Все, теперь мы вот это то, что мы отогнули за вальцовочку, подгибаем обратно. Ну, у кого нету силы такой, можно просто постучать немножко молоточком и проверить, а работает ли он у нас. Ну, на камеру, может быть, не будет видно. Сейчас вот так вот сделаем. Но он крутится и жужжит. Видно, да? Вот он. Все работает. Но тут батарейка севшая. Вот так можно разобрать, почистить, подремонтировать вот такой движок. Если вам нужен вот такой моторчик, напомню, это принтер Canon, напряжение у него где-то 12 вольт, 12-15 вольт, оборотов, ну, не меньше 6000, из которого получается вот такая обалденная сверлилочка для печатных плат, то пишите, отдам бесплатно. Вот у меня есть один моторчик, который я просто так бесплатно отдаю. Перешлю новой почтой или ночным экспрессом по Украине. Заплатите только за пересылку, это примерно 16-17 гривен. И этот моторчик будет ваш. Вот такой моторчик. Маркировочку видим. Так что, если надо, обращайтесь. Все, всем пока, подписывайтесь на канал. Пока-пока.